Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості завжди на спортику. Якщо ви не знаєте, хто такий Конор МакГрегор, то, мабуть, що ви немовля. І в мене сьогодні гість, який пояснить е, мені, е, чому ММА взагалі такий популярний вид спорту на даний момент. Привітствую, Нікіта! привітствую всіх. Чому ж? Звідкіляться популярність? Чому так? Хотілося б. рассказать да, про смешанные единоборства, почему они такие популярные и почему на сегодняшний день это самый популярный вид спорта в мире. Это без привлечения именно так, потому как э, боевые виды спорта, они естественно эволюционируют, как и все другие. И на сегодняшний день можно сказать так, что ММА это пик э, витка вот этой вот как раз эволюции боевых видов спорта симбиозу всего абсолютного симбиоза то есть человечество всегда стремится к полному совершенству ему всегда мало нужно что-то лучшее что-то усовершенствовать что для этого начинают делать берут один вид спорта другой вид спорта потихонечку начинают их mm -hmm. так сказать смешивать хотел сказать миксовать смешивать получая что-то более лучшее более совершенное. Таким образом, э, эволюция за 20 век боевых видов спорта под конец 20 века привела к, э, к такому проявлению в спорте, как смешанные боевые искусства. Mm -hmm. Сразу хотелось бы оговорить этот момент, потому что многие, может, не знают или немножечко это воспринимают по-разному, но ММА и смешанные боевые искусства это одно и то же. Просто э, этот термин появился за границей. Это аббревиатура Mixed Martial Arts, которая переводится, собственно говоря, как смешанные боевые искусства. Я думаю, для людей будет более правильно говорить смешанные боевые искусства, хотя ММА, он тоже очень сильно вошел на сегодняшний день такой словесный обиход. Твоя особистая эволюция в смешанных единоборствах, як взагалі цей шлях відбувався и як ты до цього пришел? Ну, же ж якось не народився вже тренером. Як це відбулось? Да, безусловно, я точно так же, как и все: от простого к сложному шел, как бы можно сказать, да, как эволюция вообще mm -hmm. жизни всего любой живой клетки да, от одноклеточного и до совершенства. Естественно, начал заниматься с детства спортом, как и многие, находясь в мире спорта. Что тебе были за виды спорта? Мой отец привел меня в спортивную гимнастику. То есть, по большому счету, мой спорт начался со спортивной гимнастики. Спортивная гимнастика является олимпийским видом uh -huh. спорта, очень благородным, очень красивым, сложным и интересным. Безусловно, спортивная гимнастика, когда я окунулся в спорт, естественно, это меня захватило, иначе бы я не стал этим uh -huh. заниматься далее. И находясь в мире спорта, я увидел, насколько это большой мир, интересный, насколько люди там интересные находятся. И, конечно же, любого мальчишку привлекает что? Это определенное духовное и, конечно же, физическое совершенство. Находясь в секции спортивной гимнастики, я первое, что увидел, когда только вошел, я помню эти мои детские воспоминания, войдя в зал спортивной гимнастики, там такая идет дорожка, на которой ребята разгоняются а, и точно. делают да, так, рандат, фляг, сальто. Куча-куча элементов. Да. Uh -huh. А там специальная дорожка, она слегка подпружиненная, там специальный настил, он мягкий, ковер такой олимпийский, зеленого цвета, как я помню сейчас. Uh -huh. Очень специфическая атмосфера, даже запах даже запах вообще. Никола это, не забуду его. Да, это просто где-то уже тебя на подкорку формируется эти подсознания. И первое, что я захожу, я маленький мальчик, там мне 6-7 лет, я захожу, и по этой дорожке передо мной меня чуть ли не сбивает парень, который летит и делает там рандат, фляк, фляк, фляг. в конце делает высокое затяжное сальто. Естественно, он меня чуть не сбивает, при этом мне 6-7 лет, я маленький, смотрю на этого летящего мускулистого кентавра. Я При этом он делает это красиво, изящно, быстро, динамично. Все, я купился. Закупил отдых. <реклама> да. И шлях после гимнастики спортивные до единоборств. Да, все просто. До порядка где-то до седьмого класса я прозанимался спортивной гимнастикой по сей день жалею, что бросил, то есть какой-то там переходной момент, там возраст, там захотелось чего-то нового. Хотя на сегодняшний день очень жалею, что бросил у меня ну, очень... Как у детей, я не хочу уже этого. Надо было как-то... Мой отец, естественно, хотел меня там оставить. Более того, у меня получалось, в принципе, каких в других видах спорта. Я не могу сказать, что я был одаренным ребенком, но, наверное, можно сказать, что я был способным ребенком по одной простой причине. Потому что мой тренер Владимир Максимович, когда я пришел только на гимнастику, это вот та старая качественная школа, я у него многому научился в дальнейшем, когда стал уже работать сам как тренер, я многое почерпнул именно у этого человека, потому как он продемонстрировал то, как должен на очень высоком уровне работать тренер, как общается, как говорит как относятся к спорту. Ты зараз в своих тренировках выкорректируешь эту Безусловно. Металику, я, я очень много взял именно от школы спортивной гимнастики и, в частности, от вышеупомянутого своего тренера, угу. единственного Владимира Максимовича. Он очень, очень качественно подходит к этому вопросу, я бы так сказал, с таким, с олимпийским уровнем. Ага. И... Дело в том, что когда ты сразу пришел к такому тренеру и видишь такой высокий уровень, естественно, для любого человека уровень ниже становится, ну, уже как бы немножко не то. И, конечно же, многое, многое я взял именно от него и привнес это в нашу методику, невзирая на то, что мы занимаемся смешанными единоборствами, это не имеет никакого значения. Мы просто, я просто как бы в каких-то сферах это переквалифицировал в, наш, в нашу стезю боевые искусства, и это очень хорошо работает, в том числе, когда лично я пришел в боевые искусства, ну, не очень ребята любили тянуться. Ага. Розтяжка це такое немножко для більшості спортсменів. Гроші випадки. Так, да. mm -hmm. тобто вони люблять то, робити те, що їм подобається. Або те, що зазвичай так спортсмени роблять те, що у них краще виходить. Безусловно, це ж легше. Ну, у мене ж це класно виходить. Mm -hmm. да. Чому це не роблять? Так ось, все ж таки, перше знайомство з, зі змішними єдиноборствами чи взагалі єдноборствами. Да, перше знайомство з єдиноборствами, от абсолютно правильно було сказано. именно с единоборствами произошло после спортивной гимнастики. Да, я захотел каких-нибудь, как и все мальчишки в том возрасте, драки за бияки. Пацанские какие-то Да, драки за все нормальное явление. И узнал на бокс, и сразу скажу, не хотел идти, потому что мне казалось, что бокс это ну, несколько удары по голове. Ага. Все-таки определенный стереотип существует. Кашу руками потом есть да, не заходить. Да, да, там, там <laughs> да, что в шапку носить ну, и так далее. Ну, да. uh, меня ребята подсказали ходят на самбо, спортивное да, самбо, да. спортивная борьба самбо. Хм, интересно, думаю, попробуем. Uh, естественно сразу пошел туда, очень понравилось, просто загорелся моментально. Это тот, наверное, огонек, тот уровень тестостерона, наверное, которого не хватало. Естественно, имея базу спортивной гимнастики, буквально за месяц. Легче да, не то, что легче, я за месяц смог выиграть, собственно говоря, ага. вся, всех первых номеров. Ну, то есть, в первую очередь, огромное желание, просто такое, наверное, в какой-то степени фанатичное желание. Да, и плюс мощный, мощная, мощная подготовка за счет олимпийского вида спорта. То есть физика есть, сила есть, гибкость есть, да, скорость да, есть. Технику, да, строить. немножко техники, знания, огромное рвение, желание, все, результат не заставит долго ждать. Ну плюс, наверное, еще э, определенная склонность к боевым искусствам, потому как э, человек должен обладать определенными м, чертами все-таки характера и темперамента, так mm -hmm. как темперамент он у нас с рождения, а характер приобретаем. Ну, то есть, если у человека есть такой несколько темперамент, э, э, несколько ты готов к чему-то более жесткому, то это как раз боевые искусства, это как раз то, что тебе надо. это нормально, когда не всем хлопцам, ну, кортить, або хочется так заниматься боевыми искусствами? Это нормально. Абсолютно. Сколько лет в статусе тренера ты находишься? Ой, хороший вопрос, не успел к нему подготовиться, сейчас, сейчас вспомню. Значит, клуб у нас, клуб «Витязь» существует у нас где-то примерно 2007-2008 год, но до клуба «Витязь» я еще начинал работать как тренер. Ну, это уже солидный... Ну, много, откровенно, откровенно, больше 10 лет, это точно. У Днепри смешанные единоборства у области – это популярный вид спорта? В Днепропетровске, собственно говоря, да, надо признать, что это популярный вид спорта. На сегодняшний день он весьма активно развивается, но не так активно, как бы хотелось. Угу. При тех мировых тенденциях и популярности. Трошечки ведь стоим, на на трошечки мы больше. Если сказать конкретно за Днепропетровск. Давай так, же, за Украину, казаты. Да, можно сказать по поводу Украины. За последнее время рывок, я давно, с самого начала, нахожусь именно в момент формирования как боевые искусства, как смешанные боевые искусства, потому как я сам выходец из рукопашного боя, потому что это как бы переходная модель, а потом оно все потихонечку-потихонечку перетекало в смешанные ненаборства. Вообще, надо отметить, что смешанные ненаборства это один из самых молодых видов единоборств в мире, но при этом он просто захватил умы миллионов на сегодняшний день. Да, я не могу сказать, что он сейчас может перепрыгнуть по популярности тот самый популярный вид спорта, наверное, в мире как футбол. Да, но в мире боевых искусств ну бокс притесняет бо трошечки. очень. Вот как раз правильно подведена была мысль. Бокс очень даже подтесняет, потому как было такое событие, когда UFC. Неоднократно были у них события, когда они делили одну из самых известных площадок, по-моему, в Лас-Вегасе, mm -hmm. где проводятся большие-большие встречи по боксу мировую, а, перед боксом... они у них были ситуации, когда решалось, что будет проводиться: mm -hmm. турнир UFC, какой-то там номер, номер номер, либо какой-то известный там Турнир с известным боксером. боксером, да. И так как все равно это определенная неделя от рынок, безусловно. Звучайно, да. Безусловно, неделя от рынок. Уже происходят определенные ситуации. А кто же будет первый кого на? Кого лучше показать? Да, кого э, лучше показать на то или иное число. Поэтому э, боевые искусства, смешанные боевые искусства в Украине развиваются динамично, особенно за последние, наверное, отметить 5 лет. Мы постоянно на всех, абсолютно на всех турнирах, любительских, профессиональных, так как мы занимаемся и любителями, и профессионалами. То есть у нас два направления, но мы ставку делаем именно как на профессионалов. И к любителям мы относимся как к профессионалам, что, безусловно, позволяет нам более эффективно и качественно вывести их на высокий уровень за короткий промежуток времени. Клуб «Витязь» Яку ідею він вкладає у своїх спортсменів? Що найголовніше чують спортсмени від тренера? Філософія клубу «Вітязь» я, я, я трошечки додам. Є клуби, які займаються, що виховують солдатів. Є клуби, які займаються спортсменами, яких вони потім продають в промоушен. Ну, ось такого типу. Чим займається клуб «Вітязь»? Клуб «Вітязь» займається в першу чергу спортом. спорта и только спорта дальнейшее развитие спорта это опять таки как я уже рассказал это любительский вид спорта то есть мы берем маленьких ребят кстати у нас есть хороший тренер он наш же профессиональный боец артем мисак угу. который у нас занимается маленькими детьми было бы неплохо если бы и он попал на интервью я думаю это все я считаю, на тебя. <свят> не, не в октагоне, а тут. <свят> да. То есть маленькие дети, мы занимаемся, вносим в спорт, именно начиная с маленьких детей, 5-7 лет. Потом 9 и старше идут в следующую группу. Ими уже больше занимаюсь я. Угу. И также у нас есть профессионалы, или мы их еще называем сборниками. То есть основная цель и задача – это развитие спорта, аматорского и, как следствие, причинно-следственный механизм да, — это профессионального спорта. Тем самым философия вся строится на том, что у нас есть клуб, в клубе все мы равны, абсолютно, абсолютно равны, все занимаются спортом, все отдаются этому всецело. При этом ни в коем случае я стараюсь не замыкать их на их творческих рвениях. То есть наоборот, стараемся максимально, скажем так, приветствовать любые их творческие моменты. там неважно, человек занимается бальными танцами, человек занимается фехтованием, человек э, рисует картины. у нас много спортсменов, допустим, профессиональный художник у нас. чтобы они не рухались, я так понимаю, ну, говоришь про то, чтобы они не рухались в одном веке. ни в коем случае. Ага. то есть философия как раз в этом и строится. то есть развитие абсолютно многогранности человека как личности, чтобы он развивался, и наоборот, это даже более того приветствуется, чем он более многогранен, поет хорошо, пускай хорошо поет. Mm -hmm. Пусть даже в клубе поет, что у нас тоже иногда бывает. Танцует, рисует. Я такая вот складова в змаганнях. Я не, не могу себе дать ответ на это вопрос, ты мне поможешь. Змагання Аматорські, любителі, професі... непрофесіонали. Е, декілька разів я бував на подібних е, турнірах у Дніпрі. Е, я розумію, що в будь-який момент е, один із е, спортсменів може нанести, е, ну, досить важкі травми своєму опоненту. І я ось не розумію, хто несе відповідальність за того е, хлопця, який отримує, не дай Бог, перелам там, хребта, шиї. Е, е, тому що змагання. Хтось організовує, а хто несе відповідальність за це за спортсмена, якщо він отримує цю травму? Хто це буде платити батьки за його лікування чи це якісь страхові компанії? Усь просто не розумію. Да, на сьогоднішній день вже введена така практика. Обов'язково всі дітям виступаючи на будь-яких чемпіонатах, на міський, обласний, городської це чемпіонат України і mm -hmm. вище, Кубок України не має значення. обязательно всех детей, и не только детей, требует обязательно страховку по здоровью. Обязательно. То есть на сегодняшний день это, в принципе, нормальная практика, как и в других видах спорта. Есть же тоже точно так же и борьба, и бокс. Он не может выйти на рынок, если нет документов? Да, безусловно. Документ. Безусловно, это все уже официально. Все федерации существуют, есть уже отработаны все регламенты, все нормы и все правила эти уже проработаны. Это, это все уже четко работает, эти алгоритмы уже все сделаны. В принципе, как и в других э, видах спорта, которые также являются не менее контактными. Кстати, футбол по статистике травматизма значительно выше, чем... Вы, так, искусство. я, я прошусь, статистику. Но, вы, но вы, люди, вы, многие вы, это они не знают, потому как они смотрят, и нас воспринимают мы как непосредственное олицетворение прямого контакта, да, наша случайно. работа. В этом заключается, потому как смешанный единоборство – это борцовская техника и ударный – это смешанный стиль. А в футболе люди вроде как бьют по мячу, да, но тем не менее, по статистике, травматизм предельно высокий. У меня очень много ребят, которые были не состоявшиеся, профессиональные Футболисты? спортсмены, не состоявшиеся, опять-таки, многие по причине травм, которые уже дальше им не позволяли заниматься футболом. Треба назвати трьох бійців а, від Дніпра і області, а, яких можна назвати надперспективними. Я розумію, що їх а, можливо буде більше і когось не хочеться образити, але все ж таки три бійці. Е, Незалежно, з з любого клубу. Взагалі, ну, як, як, як ти вважаєш? Дуже перспективний э, боєць э, Мірова наце це mm -hmm. наш спортсмен. Клуба «Витязь». да. Более того, надо еще отметить, что Клуб «Витязь» мы работаем в детячем молодежном центре «Лидер» Днепропетровской Минской Рады. Угу. И Мирова Надзе на сегодняшний день у нас сейчас, скажем так, реально восходящая звезда в мире ММА, украинского ММА. Ну и, надеемся, в будущем угу. международного. К этому, собственно говоря, и стремимся. Он очень интересный, и при всем этом эпатажный потом Вообще? также я хотел бы отметить еще одного очень хорошего спортсмена это вадим шабадаш я считаю что на сегодняшний день это один из лучших спортсменов в категории 93 84 килограмма и наверное из украинских спортсменов хотелось бы еще, на самом деле очень много сейчас спортсменов, я же говорю, что разумею, разумею. за последние пять лет э, индустрия ММА настолько выросла в целом, и, конечно же, качество отдельно взятых бойцов и клубов выросло, и внутренняя конкуренция, соответственно, выше, отсюда и высокий рост. Mm -hmm. Еще, наверное, Игорь Потеря, надо отметить, это из украинских. Я не говорю про уже состоявшихся Профессионалов, таких как Ярослав Амосов, на сегодняшний день это, можно сказать, один из, наверное, лучших, ну, в двадцатку, десятку лучших бойцов мира входит. Поэтому, если вопрос именно из украинских, да, это я вопрос. бы все-таки, наверное, вот остановился на трех спортсменах. Мирова Надзе, Вадим Шабадаш и Игорь Потеря. Да, М -м -м. на сегодняшний день. Игорь Потеря выступает 93 килограмма. А как да, выбрать тренера? Ось у меня маленькая дитина, 6 лет. Как выбрать тренера? Какими качествами он должен володіти? Нужно приходить и смотреть. И смотреть. Да. Я уверен, что в первую очередь, когда человек заходит в зал, не имеет значения какой внешний вид зала. Ну, то есть, конечно же, очень важно, чтобы он был там чистый, опрятный. А, естественно, должна соблюдаться. Чтобы необходимые... не скло. там. Я разумею. Должна техника безопасности, необходимые санитарные нормы. Это само собой. Это такое техническое отступление. Но в первую очередь формирует, естественно, клуб. И что есть клуб? Это тренер и наполнение клуба. То есть, это люди. Это спортсмены. Я думаю, что любому родителю нужно зайти в первую, очередь, в первую очередь, пообщаться с тренером, посмотреть, как тренер разговаривает, как он себя ведет, как у него поставлена речь. В первую очередь, в любом случае, любой взрослый человек уже может ощутить и определенную философию, и энергетику тренера. Угу. Как, как он себя подает, как он стоит, как он держится, какие, на что он акцентирует внимание, внимательный ли он, невнимательный, уделяет ли он внимание всяческим мелочам, что тоже очень важно. Потому как ну, риск, безусловно, да. безусловно, он должен задать определенные вопросы, узнать, сколько ребенку лет, есть ли у него какие-то травмы, болел ли чем-то ребенок, желания, есть ли у него, mm -hmm. какие у него, может быть, интересы, Ага. Пообщатися з ну, самим будь бути другом. По безусловно. Сути, так, будь безусловно, другом. другом і в какой-то степені качественним аналітиком і психологом. Це дуже важно. Як мотивувати спортсменів? Я розумію, що ти вмієш. А як ти себе мотивуєш, прокидаєшся вранці і мотивуєш на те, щоб йти в зал, тренувати? Тобі ніхто не каже. Давай, Артем, безусловно. що ти безусловно. робиш з собою? Як це відбувається? Безусловно. Когда-то, когда я начал еще заниматься тренерской деятельностью, там, естественно, не всегда все идет гладко, не всегда все получается, ну, как и всегда, Вчурсия. Вчурсия. Да, как всегда в нашей жизни, то есть процесс эволюции, он иногда бывает болезненным. Но в один момент у меня было такое явление, что при всем моем абсолютном фанатизме и любви к спорту и к боевым искусствам, было такое, что просто ты сам себе задаешь вопрос, ну, зачем оно тебе надо? И потом, не знаю, может это какое-то там с эфирного пришло мне сообщение уровня, звонят, вот просто нет желания, и в какой-то момент я где-то как, как такие, в творческие муки надламываешься и думаешь, не буду этим заниматься. И тут мне раз звонит один спортсмен, второй, тренера, а когда у нас тренировка, где... <laughs> Ах, ну, ну, как, ну как ты их бросишь? И мотивация. Да, да, ты их не можешь бросить. Они тебе сами к тебе Что тянутся, най... да, говорят, когда, давай, мы готовы, мы горим. А ты такой, да, ребят, я решил бросить, буду заниматься зарабатыванием денег. Тренер, э, ты же был секундантом. Безусловно. Найкращая порада между раундами, сгадай, спортсмену. Э можно прям цитату. Их. Да, я сейчас вот расскажу. У нас был интересный один момент. Артем Мисак представлял Днепропетровск и бился на Кубке Буковеля. И мы, у нас финальный бой был за Кубок Буковеля. Мы хотели его привести, естественно, в Днепропетровск. И первый раунд, ну, как-то Артем у нас очень творческий интеллектуальный боец. Кстати, я делаю именно упор на интеллектуальных бойцов. Кстати, это одна из систем еще нашей философии. Ты я дел... про IQ бойца. Да, а. да, в Америке сейчас такой модный термин. Пусти, они... но его чуешь. Да, так. они говорят о IQ бойца. Так, так, так. Да. Ну, интеллект, скажем так, бойца, его творческие способности, умственные способности. И первый раунд что-то не задался, ну не мог Артем, как бывает, так с старта мы не знали, кто будет боец, найти ключик к нему. А я вижу, что по своим характеристикам, считывая бой, пока я сидел, наблюдал, да, и делал ему, соответственно, какие-то комментарии во время поединка, это основная задача тренера и секунданта. Я увидел, что в принципе он по своим основным характеристикам превосходит этого спортсмена. В первую очередь, и интеллектуально, ни в коем случае не хочу сказать про что-то, про другого бойца, просто вижу, mm -hmm. что, допустим, определенные задачи, быстрые задачи, потому как это сложный вид спорта, там мало того, что ты должен играть в эти шахматы, ты должен в них играть быстро, потому что они еще при этом опасны. Mm -hmm. вот. И это мозг ускоряет, и ты должен очень хорошо контролировать психоэмоциональную составляющую. Потому как когда люди сидят там смотрят со стороны да там по телевизору да вот там это надо было сделать это, там это... Бы его да. Да там же легко там проход в ноги надо было сделать а он mm -hmm. кинул левый прямой это все хорошо но когда э, стрессовая ситуация и в тебя что-то летит и неоднократно. И ты в той ситуации... Да, и по второму закону Ньютона ты понимаешь, что масса, помноженная на ускорение, ты понимаешь, что килограммы могут прилететь весьма существенные на точку там, сантиметр квадратный. И, безусловно, психика находится в надпредельном состоянии. То есть нервная система человека натянута как струна. И умение собраться, умение сконцентрироваться сохранить вот это необходимое хладнокровие, дабы обеспечить качественную победу, при этом на то, что мы делаем всегда упор, мы всегда, я никогда не приветствую абсолютно так называемый, как в обиходе, этот такой термин, зарубы. Ага. Так потому как, да, потому как, то есть идти э, в такой, ах, а пойду-ка я в обмен. Да, ну, в обмен... Была я, не была. Да, это такая какая-то философия на удачу. Никакой удачи. Я не верю в эту удачу. Я верю в качественную подготовку, хорошую аналитику, стратегию. Безусловно, мы должны переиграть нашего спортсмена как хороший предприниматель, то есть вложиться с наименьшими потерями, с наименьшими утратами, получить максимальный коэффициент полезного действия. Что за парада была? Парада была в следующем. Он после первого раунда подходит ко мне. И говорит тренер, а, что делать? Ну, я, я, как уже выше рассказал, что как-то ну, не заладилось, не пошло. А я понимаю, что он во всех характеристиках а, превосходит своего оппонента, я ему просто говорю: я знаю, что он это знает. Но опять-таки, почему я так немножко философски отошел в сторону? Вот это нервное психическое напряжение создало определенный хаос в его голове в первом раунде. Но я вижу, что он лучше, и он внутри это чувствует, потому что он видит, что боец не лучше двигается, не лучше думает. Я ему просто говорю, «Артём, просто выйди и ударь его». И самый интересный момент, это можно прям сюжет для кино сделать. Это тут больше вопрос был не в технической помощи, а психологической, потому как он лучше его. Просто ему нужно было какой-то момент успокоиться, mm -hmm. осознать, и просто делать то, что он уже умеет делать хорошо. И самое интересное, он выходит и левым боковым на наскоке, наш любимый такой прям такой импульсный делает удар, попадает ему в височную или по мускульную зону, и парень вот так вот прям пятится назад и навзничь падает на спину. Просто феерично. То есть один, одно движение, одно слово, одно движение и сразу молниеносный результат. То есть вот и все. То есть не всегда вопрос заключается в какой-то технической составляющей. Он зачастую строится может где-то в психологии или какой-то ментальности бойца. В какой-то момент надо как бы ты ключиком открыл его психологию, да, и он говорит: да, ну это ж просто. Берет, бьет и он падает. Что еще надо? Это была порада не для вас. Вам нужно тренироваться. Мы ни в каком разе не рекомендуем вам. Бити у скроні і, взагалі, бити Тільки спортивне Тільки Так спорт і спорт ну що ж, це був Нікіта Двюченко на спортіку. Тренуйтесь, займайтесь і прислухайтесь до своїх тренерів.